А вот теперь самое время. Привет, любители и профессионалы! Вот такую самоделку я сегодня изготовил из обыкновенного шкива от сельхозтехники, найденного на металлоломе, старого соленблока и пары гаек. Делал его специально для 15 тонкостенной трубы, ну а его ширины как раз хватает, чтобы гнуть заготовки парами. Конечно, это немного труднее физически, зато повторяемость у заготовок 100%. Я думаю, в следующих роликах обязательно покажу, для чего это необходимо. Ну а если переставить фиксирующий болт, то можно попробовать сделать то же самое с 20-й трубой. Правда, без центробоя и немного жабит, но для углов меньше 90 градусов вполне пригодится. Что касается разметки углов, то можете легко добавлять их по своему желанию. Кстати, уже после ролика немного доработал болт, сточив часть шляпки болгаркой и придав ему вид эксцентрика. Сами понимаете, что труба от производителя к производителю очень сильно пляшет, и даже нахождение шва относительно изгиба может повлиять на угол. Ну вот и все вроде, что хотел сегодня рассказать и показать. Сильно, ребят, меня не критикуйте, потому что станок тут создавался специально под 15-ю трубу. Ну а идея с фиксированными углами, я думаю, вполне приживется. Поэтому продолжение с использованием этого станка, я думаю, будет в одном из следующих роликов. Так что, кому понравилась идея, ставим лайки, дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Ну а дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся.